tevariši, dobro poželite na TV Džem, na hodim scenariju Batskoj bazi u Litvinovoj. S nami Vadim, такой чувак заулюбленный в рыбалку, природу, свеж воздух, правильно? Да. Сегодня мы будем готовить карпа. Это рыба, говорят, костлява, да? Очень костлява. Значит, когда готовим карпа, чтобы кости эти прожарили, нам надо его хорошо порезать. Берем одну доску, очень хороший нож, сделаем такие мелкие зарезы, где-то примерно на 5 мм. Наша цель, чтобы наша рыбка хорошо обжарилась и чтобы кости загорели. То же самое повторим с другой стороны. Затем рыбу посолим. У нас есть решетка волшебная, зальем масло. Затем обязательно на рыбу зальем масло. Рыбу всегда, конечно, можно поперчим. Чтобы рыба не разваивалась, всегда желательно добавить немного лимона. Кроме лимона соли, стараемся добавить немного травы рядом. Самую большую рыбу, Вадим, какую вилку? 21 килограмм 600 грамм сазан. Вот такой. Он может плавником, вот этим плавником, да, обрезать леску. Поэтому его все время нужно держать, не давать ему слабину. Там целая методика. Дело в том, что при вываживании удочка, катушка, да, подтягивается на себя. И чтобы не давать ему слабины, когда удочка опускается, леска подматывается. Выкачивание называется. Постоянно его нужно на леске чувствовать. И кончик удилища всегда должен быть нагнут. Сейчас мы немножко зальем это оливковое масло. И рыбку ставишь в строительную лопатку. Когда приворачиваем рыбу, опять это сделаем. Можем добавить немного чеснока со стороны. Можем добавить помидоры и так дальше. Всегда аромат, всегда сок и всегда масло. И можем вино добавить всегда. За речную рыбу это просто феноменально. Немножко ее пропарим. Уже получается такая хрустящая корочка. Запекаем другую сторону. Сюда можно да пожарим, чего хочешь. Но мы это уже жарили так мелкими кусками. Давай сделаем это так. Целиком. Мне кажется, тоже будет очень интересно. Потом порежем лук наполовину. Добавим сюда немного соли. Чуть-чуть сока лимона. Немного зелени. Нажмем, да? Все это зальем с немного оливкового масла, например. Это чего осталось, добавим сверху. Возьмем одну тарелку, добавим этот лук сюда. Ставим тарелку на грил, добавим перчик. Помидорчики повернем. Ставим сюда, это так. Рыбаки, они настоящие мужчины, правильно? Ну, им так кажется. Они, если могу ловить рыбу на минус 20, они тот, что могу и поесть острый перчик, правильно? Точно. Зальем это оливковым маслом. Еще немножко посолим морской соли. Добавим помидорчик. Немножко зальем лимончика на рыбу и на перчик. Еще немножко это посолим. Еще немножко зальем. Очень-очень-очень хорошо прожаренный карпик на открытом огню. Литвиново, лес, вода, свежевыловлена рыбка. Мы вам желаем приятного аппетита. Смотрите дальше ТВ Джем. Идите на рыбалку. Спасибо вам, что были с нами. До свидания. До свидания.